отрывок из произведения Пушкина «Капитанская дочка». Штаны белые, суконные, на 5 рублей. 12 рубах полотняных, голландских, манжетами на 10 рублей. Погребец с чайной посудой на 2 рубля с полтинную. «Что за вранье?» – прервал Пугачев. «Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?» Савельич крякнул и стал объяснять. «Это, батюшка, изволишь видеть реестр барскому добру, раскраденными злодеями?» «Какими злодеями?» – спросил грозно Пугачев. «Виноват, обмолвился, – отвечает Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили, да простаскали. Не гневись, кони о 4 ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать». «Дочитывай», – сказал Пугачев. Секретарь продолжал. «Одеяло ситцевое, другое тофтяное на хлопчатой бумаге, 4 рубля. Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей. Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости, на постоялом дворе, 15 рублей». «Это что еще?» – вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами. «Признаюсь, я перебукался за беду моего дядьку».